Всем привет, ребят. Ну что, сегодня разбираем очередную ситуацию расхождения. Подходим, в общем, к Дрогдон-каналу. Вот, впереди у нас вырисовывается такая интересная картина. Вот, видим на радаре очень много-много целей. Сегодня, опять же, хорошая погода. Парусных судов очень много. Вот, и впереди вот то, что мы видим на горизонте, это все они. Покажу на электронке, как это выглядит. Точнее, на электронке это выглядит никак, потому что в основном большинство тут, соответственно, АИС не подключено, поэтому на электронке мы не наблюдаем. Только на радаре в данном случае. Радары визуально. Потому что как бы все цели эти просматривать, да? Вот он, кстати, Дрогдон-канал. Самая узкая часть в датских проливах. Вот выглядит. Так вот, сейчас буду маневрировать, уходить правее. Ну, их вообще тут немерено просто. Как-то с ними буду расходиться. В любом случае надо. Но в данном случае я буду идти пока прежним курсом. Буду смотреть визуально, как будем расходиться. А, потому что, опять же, да, ограничен глубинами для маневров. Вот. Поэтому придется мне действовать уже как бы таким образом, и расхождение будет получаться, конечно, минимальным. Шкала выставлена 1,5 мили. Этого достаточно, чтобы хорошо было видно на радаре все цели. Сам по себе Дрогдон-канал, он не так страшен, как бы, как именно вот подход к нему обычно. Здесь как бы очень много парусных судов, подходящую погоду, как сегодня, ветрено, они любят выходить. Вот. В Дрогдон, как правило, они не заходят, но далеко не все, в общем. Поэтому нам главное в канал зайти спокойно. Ну и в самом канале, естественно, они не имеют права нам как-то препятствовать, да, нашему движению по правилам. Поэтому у нас в любом случае преимущество, потому что мы ограничены в маневрах, стеснены своей осадкой. Ну, короче, в данном случае я позвонил мастеру, не обломался. Вот. Как бы тоже не так часто в данной ситуации попадаю. Вот, и узкая часть, как бы. В общем, он мне посоветовал спокойно идти одним курсом, и они будут разъезжаться. В принципе, что мы сейчас и наблюдаем. Вот они расходят, хоть они и парусные суда, но они тоже имеют возможность маневрировать. Вот. Поэтому продолжаем движение, как шли. И на самом деле работает. Вот мы видим, они разъезжаются в разные стороны. Вот наши спортсмены, яхтсмены. Так, что там у нас за алый парус впереди. Ну, алый парус тоже ушел правее. Вот такие вот дела тут в датских проливах. Это вам не в океане ходить, поэтому здесь бдить надо. Что у нас на радаре, видим цели маленькие, куча. На радар вообще не имеет смысла смотреть, потому что, ну, ты проследить каждую цель не сможешь. Кто-то говорит рассчитывать маневр и так далее. Никакие нахер расчеты маневров ты здесь провести не успеешь, только визуальное наблюдение и маневры, все. Ну, в общем, вот, ребят, дал вам понять, да, что парусное судно мы, конечно, обязаны ему уступать, но в данном случае мы действуем таким образом. И кто хочет поспорить, оставляйте свои комментарии, как бы вы действовали в данной ситуации. Вот.
ребятам, кому интересен мой канал, заходим, подписываемся. Всем буду очень рад. Все, спасибо. Всем спокойных вахт. Работайте, не нарушайте правила МБПСС и так далее. Все, счастливо.